Добрый день, с вами Наталья. И сегодня я вам покажу, уже прошло 2 недели, свою бегонию коралловую. Как она выглядит за этот период, во что она превратилась. Вот посмотрите, у нее появились еще листички. Она стала немножко лучше. И сегодня я хочу отрезать несколько череночков, чтобы ее укоренить. Другие, чтобы появились растения, а эту, чтобы она уже дальше кустилась и не так мучилась, чтобы ей было немножко легче, она нормально развивалась. Ну, что я сделала? Вот этот вот длинный череночек, я срезала верхушечку, отделила, и еще один череночек без листиков. Вот, получилось 2 черенка. Сейчас я наберу водичку в стаканчик и поставлю эти череночки. Вот что у нас получилось. Вот получилось уже маленькое такое растение. Оно себе будет расти и формироваться. Потом я покажу, что из этого вышло. И должен пройти определенный срок, должны появиться корешки. Когда эти корешки будут где-то 1,5-2 сантиметра, я их посажу в зеленую смесь для дальнейшего роста уже в земле. Ну вот, прошло 2 недели, чувствует она себя нормально, ухудшений никаких не произошло, появились новые листички. Вот такая эта растишка у нас. Будем надеяться, что она опустит корешки на череночках, и с ней все будет хорошо. Итак, если вам понравилось это видео, поднимайте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. И всего доброго, до новых встреч, до новых видео.